Итак, друзья, всем привет! Сегодня 29 мая 2020 года. Сейчас утро. Я приехал на пасеку. Сейчас я буду заниматься своей работой. А что я буду делать, друзья? Сейчас я вам буду показывать, что вот утро начинается. Вчера, друзья, сделал закладку. Делал закладку позавчера. Ну, позавчера я сделал еще и стартер. И скажу, друзья, свои тонкости по стартеру. Это было позавчера. Тут экстренно мне нужно стало вывести маток. Дело уже было к вечеру. Нашел сильную семью. Вот Дадан у меня здесь передо мной. 12-рамочный. Быстро нахожу матку. И переношу 16-рамочный улей за завсовную перегородку. Там мне отсек на 4 рамочки. Отсадил туда матку. Дал им еще медоперговую. Пчелы немного стряхнул. Все, друзья, стартер у меня готов. Никаких там 3 часа выжидать, чтобы осиротела эта семья стартер. Ничего, друзья, я не делал. И, как правило, не делаю никогда. Далее иду к семье, у которой буду материал брать. Достаю, нахожу рамочку с нужными личинками, иду в помещение и прививаю. Прививаю, сколько на это ушло мне времени? Ну, может быть, в течение часа, может даже меньше. Прихожу, ставлю рамочку в наш стартер, даю медовое сыто сверху, протыкаю его и уезжаю. Вчера приезжаю, достаю закладка, из 30 принято где-то 25. Мисочек. Результат отличный. Ну, сейчас на второй день посмотрим, какой сегодня будет у нас результат. Вот стартер. Ничего я не знаю, что там, сколько. Я при вас, друзья, открываю и смотрим. Медовая сыта. Даю немного. Ну, сколько там. Грамм 300, может быть, не больше. Этого достаточно. Сейчас, друзья, хотел бы сказать по маткам. У нас обильно цветет одуванчик. Здесь садовые, в саду у меня как бы яблоня. Ну, основной, скажем так, одуванчик. Ну, в общем, взяток идет. Вчера мы трясли пчелу. Рамку трясешь, нектар брызжет. В общем, идет поддерживающий взяток в наших пчелосемьях. И это говорит о том, что это уже хорошо. Что матки будут рождаться хорошие, закладки должны приниматься, личинки очень хорошо. И, как правило, в это время рождаются очень хорошие матки, выведенные. Сейчас вот делаем, когда закладки. И еще что хочу сказать, труд уже у нас есть, вовсю летает, так что... Кто, если не выводил ранних маток, выводите сейчас, сейчас как бы... Нормальное время. Ну что, сейчас посмотрим результат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ну, в принципе, пойдет 13. Принято. И этого, друзья, достаточно. Чем меньше маточек, ну, меньше 13-15, я бы считал, конечно, это было бы плохо. Ну, 13 это пойдет, а так оптимально 15-20 принятых меня вполне устраивает. Ну, 13 тоже пойдет. Так как у меня закладки сейчас идут каждый день, эта рамочка уйдет сейчас у меня в семью воспитательницу. Воспитательница матка будет находиться за ганемановской решеткой. Сейчас мы эту рамочку туда поставим. Колодец пока что остается. Потом я сделаю прививку и поставлю наш стартер. Вот здесь у меня находится стартер. Он у меня уже использовался. И будем его использовать сейчас. Снова. Здесь у меня все закладочки уже на маток
вывелись матки. Убрано, колодец убранный. Пчелы битком. 16 рамочный улей. Пчела свисает даже вот тут вот у меня стояла, на шлифовку я стоял рамочку, чтобы мисочки за ночь отшлифовали. Ну вот тут вот пчела имеется в колодце. Пчелы в достатке. Еще, друзья, такой небольшой нюанс по этой семье воспитательницы. Вчера у меня здесь последняя закладка вывелась. Что я сделал? Переформировал свою воспитательницу с того отсека, где находится матка, две рамочки с печатным расплодом и одну с разновозрастным я поставил сюда вот за вставной ганемановской решетки. Здесь и сделаю, друзья, колодец, потому что там у меня имеется разновозрастной расплод, куда и будет рядом ставиться рамка наша прививочная. Ну еще, друзья, такой нюанс для тех, кто смотрит мой канал постоянно, мне будет интересно. Вам вопрос, друзья, будет такой. Что обозначает вот это вот зеленое пятно у меня вот здесь вот на улье? Было красное, стало тут почему-то зеленое. Для чего это я сделал? Пожалуйста, напишите в комментарии. Все, друзья, вот на рамочке я написал, что вчера я сделал прививку 28.05, буква К. Это обозначает карника. Сразу колодец, где у нас рамочка, я его зауживаю, чтобы там было как бы место, только подход к нашим мисочкам, к пчеле и все. И этого достаточно. Большое пространство я там не делаю, большой колодец мне ни к чему. Нужно обязательно, ну я так делаю, я зауживаю, я считаю, что в этом колодце будет более оптимальная у них температура для кормления наших личинок, которые приняли вчера. И я считаю, что эти личинки получат в достатке корма. И у меня, опять же, должны вывестись хорошие маточки впоследствии. 28-е тут у меня написано прививка. Ну, на 10-й день, либо на 9-й я надену защитные колпачки. Вот, ребята, я показываю. Вот эта прививочная рамка. Я ее вчера почистил мисочки и нашу воспитательницу ставил. Они очень хорошо прочистили, отшлифовали наши мисочки. Мне это нравится. И сейчас я буду делать новую прививку в них. Сегодня должны выходить у меня маточки. Воспитательница полна пчелы. Матка за ганемановской решеткой. Ну что ж, друзья, я вижу, у меня маточки здесь повыходили частично. Не знаю, сколько их вышло. Сейчас смету пчелу, переберу, которых, если вышли матки, я их отбираю и буду метить. Вот сейчас я смел пчелу вот в этой нижней планке. Все вышли маточки. Одна матка не вышла. Итак, друзья, делаю вывод, сколько вышло маток. Здесь все, матки вышли. Вот, смотрите. Можем наблюдать, здесь вот маточка уже вскрыла. Вот она, сама выходит. Так что это, я считаю, тоже с маточкой все хорошо.
Ну вот один единственный маточник. Матка не вышла. Что и почему, я не знаю. Сейчас я, естественно, положу обратно под положок. В колодец я уже ставить ничего не буду. Ну итог, сколько здесь маток сейчас вышло, вот утро. Меня радует, что маточки все исключительно выходят как бы в срок и вовремя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. 21 матка. Это, друзья, как я уже и говорил, результат неплохой. Ну, маточка неплохая. Вот она, крупная. Убежала. Ну, сейчас я пойду в помещение. Этот маточник положу под положок. Вот заметил, семьи воспитательницы бакваст, они и сама пчела бакваст, вот на моей пасеке, мой материал, бакваст более миролюбивее. Карника миролюбивая, но вот смотрели воспиталку, вот она как бы немножко, да, вот попалась воспиталка, та немножко как бы кружила, но не жарилась как бы, не кидалась, не преследовала. Не прилетели сюда пчелы следом за мной. Закрылули и все. Пчелы ушли домой. Бакваст нравится тем еще, что бакваст он наращивает как бы более такие большие семьи. Естественно, зиму идет большой семьей. Развитие весной как бы неплохое у бакваста. Наращивает большие семьи, но карника стартует весной раньше. Это я смотрю по своей пчеле. Какая пчела у меня, какой материал, от какого материала я вывожу. А кто, друзья, у каждого свой материал, свои поставщики, кто где берет, это уже, друзья, ваша пчела. Здесь у меня тоже карника. Последнее, вот я вчера должен был надеть колпачки, как бы написано. Ну, сегодня все фактически вышли, за исключением одной матки. Сейчас, друзья, я возьму материал. Это у меня карника островная. Тразейк 1075. И вот с этой рамочки я уже брал материал. Как бы я пометку поставил, чтобы мне лишний раз ее не отыскивать. Рамка коричневая. Личинку брать очень-очень даже хорошо вот в такой. Вот с такой рамочки. Ну, для меня проблем нету, что светлая, что темная рамочка. Посмотрел, матки вроде не видно, чтобы как бы ее не травмировать, маточку. Ну и, естественно, рамку не трясу. Пчелу я сметаю, друзья. Потому что можно, когда трясешь рамочку, ну, маточное молочко с личинкой может быть как бы сдвинуться. Пчела спокойная. Смотрите на видео. Пчела это спокойная. А то, что я работаю в перчатках, это, друзья, мои проблемы. Если семья злобная, она бы впивалась бы в перчатки бы. Но здесь ничего нет. А голые руки я все равно поставлять не буду. Мне нравится так, друзья, работать. Я не люблю, когда, если где-то я прижму пчелку, получу ужаление. Мне моя печень дорога. Ну все, сейчас мы будем делать прививку
Вот так я сейчас буду прививать. У меня специально подставочка для рамочки. Удобно. Освещение. Очки. Опять же, вот был разговор в комментариях. Кому-то не нравятся отъемные планочки. Мне, друзья, нравится. Вот я ее положил. Вот она одна. Чем мне тут место занимать большой рамкой и с гвоздиками переворотными вот такими. Такая рамочка, ну не подходит, вот удобно мне, рука не мешает, если вот, я уже не раз показывал, если их две вместе, то вот эту прививку постоянно рукой будешь задевать, ну, мне не нравится. Каждый работает, друзья, по-своему, я по-своему. Но опять же, темный сот, выбираю самую маленькую личинку, которая лежит полукругом в маточном молочке. Видео не передаст, я знаю. И ложим. Раз, слизывается. И вот так вот. Ложим мисочку. Нажимаем. И раз. Личинка остается с маточным молочком на дне мисочки. Раз, и захватило. Все, мисочку. Я положил личинку. Ну, главное настроить, чтобы был свет хороший. Чтобы личинку видно было в ячейке. Которую можно взять, естественно, чтобы видно было. А так вот, если вот, работая вот таким китайским шпателем, он как бы туда, вот я знаю, отправляю туда язычок, выпускаю, он сам слизывает, как бы прилипает к язычку. Маточное молочко и личинка, оно никуда не спадывает. Итак, друзья, я набросал личинок. Подписываю нашу рамочку 29.05 карника, чтобы мне не путаться в дальнейшем. Ну вот, очень просто вставляются вот эти вот мои планочки. Раньше делал гвоздики, что-то шевелились они, как бы, планочки с одной и с другой стороны. Но вот такой, вот такая постановка планочек меня вполне устраивает. Они не выпадают, они как бы плотно у меня садятся. С другой стороны упор из ДВП. Все. Рамочка привитая. Сейчас мы ее отправим в наш стартер. Ну а эту рамочку я сейчас тоже верну нашей семье. Где я взял ее? Возвращаю рамочку обратно в нашу племенную. Закрываю. Нашу прививку ставим в стартер. Стартер был сделан таким образом, что здесь у нас вот, где колодец, разновозрастной расплод, друзья. Это для того, чтобы здесь вся тусуется молодая пчела, которая кормит расплод маточным молочком. И естественно, для наших будущих маток в мисочки попадет тоже больше маточного молочка. И прием должен быть неплохой. Хотя у нас в природе сейчас идет взяток. Стоит теплая погода, есть нектаровыделение, но я все равно медовое сыто положил нашему стартеру. Хотя можно было и не делать этого. Здесь написал сверху стартер 27 мая был сделан. Сейчас будем метить маток, которые у нас утром. Очень хорошо вышли.
Показываю, друзья, вот этот маркер работает. Краска держится. Проверено в том году делал. Слово Paint, смотрите. Вот этот работает. Подобные ему я покупал. У меня они работали. Ну вот, обычная ситуация. Маточник начинается сгрызаться маткой. Матка залезла в маточник, чтобы покушать маточным молочком. Не забываем, друзья, вот в этот отдел клеточки набить канди. Здесь оно у меня есть. Ну, раз матка залезла, мы осторожно ее будем доставать, вскрывать маточник вот таким образом. Вот. И матка здесь. Матка, она очень молодая, только-только утром вышла. Ну и метим. Берем вот так вот. Осторожно за грудку. Очень осторожно, нежно, скажем так. Чувствовать нужно матку. Ну, это опыт приходит с годами. Все, метка готова. Сажу обратно клеточку. Если бы маточник был не отломленный, я бы его отломил и закрыл бы нашу матку вот таким образом. С маточником обратно не вставляю. Иначе может опять матка залезть в маточник. Все. Вот таким образом вначале помечу всех маток. Вот открываю. Вот такой вот тут маточник был. Вот крышечка. Вот эта вот была скрыта маткой. Отламываем маточник. Можем наблюдать, в нем имеется сухое маточное молочко. Это говорит о том, что матка питалась в достатке, кормом была обеспечена. Ну и осторожно стряхиваем матку. Берем более так осторожно. Делаем метку. Метка готова. Садим обратно. Здесь имеется корм в донышке. Маточник отломлен. И если тут есть маточное молочко, то не страшно. Пусть матка заходит и грызет. После того, как я всех маток помечу, я им подсажу обслуживающую пчелу. После того, как я пометил маток, здесь у меня принесенная из улья взята пчела, клеточки, но также с канди. Что делаю? Открываю. И переворачиваю вот таким образом. И маточка у нас оказывается клеточки с пчелой. Для подстраховки еще в мисочку я ложу канди и клеточку нашу закрываю. Все, клетка готова. Корм есть, обслуга есть у матки. И временно убираю. Опять же открываю клетку с пчелой. Переворачиваю, сажу матку и закрываю опять клетку в мисочке корма. Вот таким образом я делаю такую несложную операцию. В дальнейшем у меня получаются вот такие вот планки. Тут матка с пчелой. Канди есть.
И сейчас вот эту вот, допустим, рамочку с матками я унесу обратно в улей. И потом, по мере возможности, буду заселять свои нуклеусы. Делать отводки также. Друзья, я сегодня хотел бы вам показать воспитательную семью, которую я готовлю сегодня, чтобы завтра туда поставить наши принятые личинки из стартера. Сегодня у меня в этой воспитательнице вышли последние матки. Я их отобрал. И у меня здесь воспитательница, в этой семье воспитательницы имеется матка за ганемановской решеткой. И я вам покажу, что я сделал в этой воспитательнице для завтрашней нашей закладки, чтобы мне просто будет завтра подойти и поставить принятые наши личинки на воспитание в эту воспитательницу. Показываю. Последняя рамочка здесь, 16-рамочный улей, полный улей пчелы. Это у нас медовая сыта для стимуляции. Завтра сюда, в эту семью, будет ставиться прививочная рамка. Здесь у меня на 5 рамках находится матка, а здесь ганемановская решетка. Отсюда я сейчас достал 2 рамочки с разновозрастным расплодом. А с этого главного отсека, где у нас должны воспитываться матки, 2 рамочки поставил с вышедшим расплодом. Что я получил? Сюда я поставил, сделал работу для матки. Для матки у нас сейчас есть место работать, откладывать яйца. Здесь вот эти 2 рамочки с разновозрастным расплодом. Сейчас я вам покажу. Это рамочка 2020 года, она отстроенная. И здесь мы можем наблюдать печатный и разновозрастной расплод. Здесь мы делаем колодец наш. Завтра сюда будет ставиться наша прививочная рамка с принятыми личинками. А сегодня, друзья, я поставлю вот эту прививочную рамку пустую. Мисочки я немножко как бы почистил. Я поставлю их сюда на полировку. Пчелы очень хорошо за сутки отполируют эти мисочки. Завтра я буду делать сюда прививку. Эту рамочку, естественно, утром заберу. А им поставлю уже принятые наши личинки. Возьму прививку из стартера. И эта воспитательница будет воспитывать наших будущих маток. Естественно, завтра будет снова дана им медовая сыта вместе с прививочной рамкой, с принятыми личинками. А так, друзья, я вам вкратце и показал, что я, как работаю на своей пасеке. Будем выводить маток хороших. А хорошие матки, естественно, бывают тогда, когда в природе есть зяток. А он сейчас у нас есть, стоит тепло. Много у нас цветет сейчас одуванчика. Идет принос пыльцы, нектара. И плюс я еще даю им медовое сыто. А главное, нужно, чтобы воспитательница была очень и очень сильная. Как в моем случае здесь получается полный улей 16-рамочной пчелы. А так, на этом свой видеоролик заканчиваю. Кому, если был мой интересен ролик, естественно, поставьте лайк. Кто не подписался на мой канал, подпишитесь. Там рядом внизу с подпиской имеется значок колокольчик. Жмите его, и вы всегда будете получать свежие новости с моего канала. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.